Так, ребят, значит, смотрите, вышел я на балкон. У меня вот балкон, и тут вот такие вот большие щели, да? Ну как щели? Короче, это сушилка, где белье сушится. Но сюда часто залетают голуби. Вот, доказательства. И всякая другая нечисть. Вот, и вот эту вот часть, да, чтобы они не залетели, мне надо закрепить. У меня тут был гвоздь вбит, но он выпал. Поэтому надо вот как-то это по-другому придумать. В общем, для этого мне понадобится вот такой вот моток веревки. Сейчас я все это сделаю, вам покажу. Значит, сейчас она тут замотана на узел. Сейчас развязываем. Так, развязал я вот веревки. Тут, наверное, сантиметров 50-70. Значит, что делаем? Обхватим вот этого круг вот этой вот бетонной части. И смотрите, у меня тут ткань, даже не ткань, такое в крупную дырку. И через нее вот завяжем угол. Сейчас вам покажу. Так, в общем, смотрите, как все это получилось. Вот. Продел я вот эту нашу проволоку, да, верхнюю часть. Обошел вокруг вот этой бетонной штуки. Вот, закрепил вот тут. Натягиваем вот сюда, влево максимально. И теперь смотрите, одного узла тут мало. Для надежности, смотрите, тут осталось сантиметров, наверное, по 8, да. И еще нафигачим таких узлов. То же самое можно проделать вот в середине. Потому что вот тут, да, вот если эту коробку убрать, вот эта ткань будет провисать. Вот. Так что сейчас все это сделаем. Так, чтобы вот тут в середине мне продеть эту проволоку, смотрите, у меня второй кусок длинный. Его надо чем-то обрезать. Воспользуемся кусачками. И вот тут есть вот такая вот часть, специально для этого предназначенная. То есть вот так вот надеваем, нажимаем и видим, да? Она перекушена. Ну, все. Тут вот он появился излом. И все это легко рукой, ну, двумя руками сейчас я оторву. Так, ну и вот смотрите, как у меня получилось. Вот тут такой аккуратненький узел. Всю эту ткань ложим сюда. Вот тут. Смотрите, вот так все это висит. Все, ни один голубь сюда не залетит. И тут, смотрите, вот прищепочкой я воспользовался. Это вообще, я считаю, новаторское решение. Вот такой вот лайфхак.